Совместное заседание областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией и коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области состоялось в нашем городе. Комитет госконтроля выявил ряд недостатков в работе ЖКХ. Основные замечания связаны с работой организации по снижению затрат и экономии ресурсов. Продолжают иметь место факты завышения себестоимости оказанных населению услуг, незаконного получения субсидий и неэффективного использования бюджетных средств. Немало недоработок выявлено сотрудниками госконтроля и в реализации системы раздельного сбора мусора. Сегодня нужно усилить работу и по информированию населения, обратить внимание на те проблемные площадки, по которым наибольшее обращение граждан и где действительно они установлены в тех местах, которые не устраивают ни население, не устраивает само спецавтохозяйство, которое занимается вывозом. Возможно, необходимо будет провести работу по переносу этих площадок. Немало нарушений было выявлено и в сфере образования. Как выяснилось в ходе проверок, 100 молодых специалистов по различным причинам в 2016 году не приступили к работе на первом рабочем месте. И если у одних на это есть уважительная причина – декрет, служба в армии, больничные, то другим молодым людям за такой прогул придется вернуть государству деньги, затраченные на их профессиональное обучение. Также в ходе мониторинга было выявлено, что в сфере образования области не соблюдается финансовая дисциплина и бюджетное законодательство, а государственные средства в ряде случаев используются нерационально. И таких негативных примеров целая сотня. Управление по труду и соцзащите Гродненского горосполкома направлялись на обучение лица, которые уже к моменту направления на обучение были осуждены. Естественно, они не проходили обучение. И, соответственно, средства были потрачены впустую. Можно привести такие примеры, когда направлялись на обучение повара, направлялись на обучение в качестве продавцов, и тут же продавцы направлялись на обучение в качестве поваров. Были установлены факты использования с нарушением средств бюджета в сумме 2,6 миллионов рублей. Позволило сэкономить бюджетных средств в сумме 1,2 миллионов рублей. Поставлено на учет основных средств на сумму 3,9 миллионов рублей. При этом по материалам проверок было возбуждено 7 уголовных дел. К административной ответственности привлечено 18 человек. К дисциплинарной 207, в том числе 7 человек на сегодняшний день уже освобождено от занимаемых должностей.